Приветствуем вас на территории нашего госпиталя. Вы уже здесь не первый раз. Мы счастливы вас очередной раз здесь приветствовать. Боже мой, царю мой, благословлю имя Твое век и век века, от Твоего возглаголи, сказать и самому человеческим во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, блажен человек, уповая на Тя. Аллилуйя! Заповеда Господь благословение и живот до века. За правду и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради, раба Твоего, не отвратили Тебя помазанного Твоего. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Суди ми, Господи, я казни злобой моей уходив, и на Господа уповая не изнемогу, и цесть исполнится мжды, азда не злобой моей уходив, избави мя, Господи, помилуй мя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. И во время аллифатуры мы слышали о удивительных вещах, которые мы просим у Бога. И все, что совершалось, оно имело глубокий и догматический, и исторический смысл, и дает нам большую пищу для размышлений. Мы вспоминали о различных станциях и покаянии, и миропомазании, которые установлены в церкви. И сейчас мы будем совершать божественную литургию, во время которой будет совершаться еще одно важное таинство – хлеб и вино, приготовленное особым образом, но все же остающееся хлебом и вином. Во время молитвы таинства Евхаристии будет претворяться пречистую плоть и кровь Спасителя. Именно ради этого и совершается освящение престола, и в молитвах говорится о том, что мы и спрашиваем, чтобы совершалось это таинство, чтобы оно имело вот эту живительную силу. И сейчас мы совершим первую литургию уже в освященном храме и помолимся и о мире всего мира, и различных трудностях, и скорбях. Воздадим радость и благодарение Господу за то, что есть доброе и радостное в нашей жизни. Помолимся и о сокровенном, что есть в сердце у каждого из нас, и чего не достает в нашей духовной жизни, чтобы Господь послал свою благодать
укрепил, осветил и вдохновил нас в этот день. И чтобы все, чего сегодня желает наша душа, о чем беседует с Богом, это было услышано.